Получить любой документ в одном месте и без очереди. Сделать это можно будет в новом центре административных услуг. Он заработает уже в октябре. Накануне открытия с будущими работниками пообщались чиновники. Встреча с будущими работниками центра началась с приветствия Михаила Саакашвили. Вы тут для того, чтобы вы были на стороне людей. И, пожалуйста, не делайте там длинных очередей. Не портите нам жизнь. У нас есть много чего другого еще в жизни, чтобы сделать. Центр административных услуг находится на проспекте Шевченко, 4А. Главная его задача – выдавать справки, разрешения и другие документы. Делать это обещают быстро. За экспресс-услугу, правда, придется заплатить. Проект такого центра первый в Украине. Сотрудники уже прошли обучение и сдали экзамен. Именно вы будете создавать новое впечатление о государстве каждый день, каждый час, каждую минуту общения с простым украинцем. Именно вы те люди, которые будете относиться к проблеме каждого человека, который сюда придет, как к своей личной. Антон, узнав о наборе в Центр административных услуг, даже уехал из родных Черновцов. Тут відбуваються якісь зміни, і хочу бути частиною чогось такого великого, що дійсно змінюється, що бачити, що країна дійсно йде до чогось кращого, що ми можемо допомагати нашим громадянам. Антон говорит, что пришел работать не из-за зарплаты, но она его тоже вполне устроила. Пообіцяли 3000. В принципі, для початку це непогано, тому що до цього я працюю навіть по цей час у Чернівецькій обласній державній адміністрації. Ну, зарплата там набагато менша і, думаю, на перший час мені цього вистачить. А тим більше, що обіцяють з нового року піднятися. Пока центр готов обслуживать только часть Одессы. Обещают, что в следующем году такие же появятся в Балтии и Личевске. Олеся Повар, Андрей Кульба, 7 канал.